В Тюмени в преддверии Дня памяти жертв дорожно-транспортных происшествий прошла акция «Стояние со свечами» на площади у Тюменского театра кукол. В ней принимали участие общественники, сотрудники ГИБДД и других ведомств, а также молодежь. В текущем году 12 детей погибли в дорожно-транспортных происшествиях. За последние 5 лет, если посчитать, это 2 класса не сели за учебную парту. 347 погибших – это молодые люди в возрасте от 20 до 30 лет. В память о детях в небо отпустили белые шары. На каждом было написано имя ребенка. Всего на дорогах области за 10 месяцев погибло 165 человек. Акция памяти традиционно проходит каждое третье воскресенье ноября.